Ну що, шановні глядачі, ми повернулися до нашої студії, і звісно, ми як завжди говоримо про важливі та актуальні новини і події. А сьогодні до нашої студії завітала Олена Рихальська, психолог. І знаєте, в той час, коли всі навчалися дистанційно, і все одно є такі питання в шкільному колективі, про які ми не можемо мовчати. Сьогодні ми поговоримо з психологом про булінг у школі. Доброго дня! Здравствуйте. Доброго ранку. Так, ну давайте почнемо. Про буллинг. Это, к сожалению, довольно частая проблема. И хочется понять, что самое главное, с чего оно начинается. Вы знаете, тема буллинга была, есть и будет. Угу. Вот мне 50 лет, так. когда я училась в школе, угу. тоже была тема буллинга. Почему? С психологической точки зрения, mm -hmm. если еще подключить элемент социальной психологии, часто буллинг он происходит именно в разрезе подросткового возраста, mm -hmm. плюс-минус. Mm -hmm. И дети просто формируют свои установки на уровне ролевых моделей. Mm -hmm. Эти подчиняются, эти лидеры этих, этих буллин, mm -hmm. да, буллингов и все остальное. И по большому счету, вот сколько я изучала эту тему, я бы больше даже обращала внимание не на тех, кто агрессивен, mm -hmm. потому что это потенциальные лидеры, просто нужно переключить внимание. Mm -hmm. Возможно, высокий уровень эмоциональности и агрессивности в этом ничего плохого нет. Необходимо э, отвлечь их, там сделать лидером класса, mm -hmm. какие-то активные виды спорта. А вот детки, которые подвергаются буллингу, mm -hmm. я бы на это обращала больше внимания, потому что это потенциальные жертвы, потому что. Ну вы знаете, задайте себе вопрос, я в школе иногда mm -hmm. провожу лекции, почему ваш ребенок, да, mm -hmm. вот сидит много деток, почему ваш подвергается буллингу? Mm -hmm. Ви Знаєте, ви зараз сказали про лідерів, да що їм краще дати а, кручу, скажімо, таку посаду, і тоді якби буде по інакшому. Але я знаю приклади, коли навпаки, ось такі лідери-активісти, вони піддаються булінгу зі сторони тих, хто ну по суті, скажімо так, не дуже там активний, і соціально і тому подібне. От що робити в цьому випадку, якщо ти як біла ворона і за це отримуєш булінг? Я ще раз підчеркну, я сказала дітках, у яких високий рівень агресії і високий рівень демонстративності. Mm, mm -hmm. никогда в жизни они не подвергнуться буллингу, но повторяла повторяю и буду говорить о том что, А, а, а роль во многом играет а, психолог школьные mm. но у нас же тоже я не могу обвинять этих людей потому что у нас один психолог на всю школу mm. он не в состоянии это все сделать нам нужен хотя бы психолог и конфликтолог но тем не менее не все так на самом деле невозможно но я как психотерапевт я знаю смотрите приходит психолог к себе на работу он составляет то элементарную, если он профессионал, uh -huh. а не прошел какие-то курсы там uh -huh. полгода, да? Если он действительно закончил университет, он разбирается в работе психических uh -huh. свойств и процессов, он составляет батарею тестов и тестирует всех. Сейчас очень много, на самом деле, компьютерных программ, которые uh -huh. очень хорошо анализируют. То есть, когда я работала, так. я это все вот каждый тест я mm -hmm. сама прорабатывала знаете как когда-то сочинение э, учителя там проверяли да, 40 тетрадок mm -hmm. вот так я проверяла эти тесты сейчас все легко mm -hmm. смотрим там условно агрессивность на басадарке смотрим mm -hmm. там какие-то вещи выделяем э, детей у которых повышенный уровень агрессивности берем их под контроль. Это первое. Второе, mm -hmm. учителя приходят и дают обратную связь. Mm -hmm. Мы видим, а учителя видят. Так, а учителя шея. видят, mm -hmm. а иногда и провоцируют. Извините, учителя, я знаю эти истории, я работаю во многих социальных проектах. Просто потом, что мы да. Говорят, обратите внимание на этого ребенка. Обращаем внимание, mm -hmm. смотрим. Э привлекаем родителей, даем обратную связь, смотрим. Угу. Либо родитель пришел такой весь, я э сам вообще не агрессивный, угу. я ему сделаю. Понятно, откуда идет дополнительная угу. поведенческая агрессия, да? Либо приходит папа там бутылку в кармане прячет, понятно, откуда угу. ребенок жертва, да? Ну, то есть с этим всем можно работать, просто у нас нет системы. Угу. И я бы сказала, что очень многие... Педагогі mm. е, не всі ні в якому випадку не хочу обвинять, психологи, Психологі е, які один на всю школу вони mm. формально відносяться к mm. своїм об'язаностям. К сожалению, хочеться також знайти. От дізнатися момент ми говорили про лідерів, які як правило провокують, і є жертва, яка піддається цим, цьому булінгу, і от як правильно е, дитину вивести з цього стану жертви. Вот с знаю правильно працювати? Ну, во-первых, нужно отдавать себе отчет, почему она попала в такое состояние, потому что жертвами не рождаются. Это либо ребенок, у которого э, среда взросления такая, то, что я наблюдала, это чаще всего mm -hmm. родители тоже жертвы, mm -hmm. либо алкоголики, либо какие-то там нестан... нестандартные mm -hmm. люди, то есть э, и ребенок он не формируется э, на уровне социума активно mm -hmm. и уверенно, да, и поэтому на него начинают нападать. Вот я еще раз вернусь к началу нашего разговора, почему распределяются так роли. Mm -hmm. Каждый пытается зафиксировать первую свою модель, которую он потом будет реализовать в своей взрослой жизни. Mm -hmm. И вот это детки, которые, ну извините там за, может, сленговое чуть-чуть выражение, они потерянные. Mm -hmm а есть уверенные, Жечерков а есть наблюдатели, быть. подыгрывающие. Mm -hmm. а есть, ну, это, это mm -hmm. знаете, как стая, которая вот, э, формирует э, те mm -hmm. модели поведения, которые они потом возьмут э, в свою взрослую жизнь. И с этой точки зрения нужно сначала продумать, э, вообще смотреть на э, систему взросления, mm -hmm. на родителей, что там происходит. Но... Бывает еще один момент. Я сказала там, допустим, что антисоциальная какая-то ситуация, а бывает другое. Бывают наоборот, успешные, богатые mm -hmm. родители, которым ребенок абсолютно не нужен, которые его mm -hmm. игнорируют, которые не дают ему внимания, то эмоциональной поддержки для формирования его психики, угу. которая необходима ему. И он тоже, то, о чем вы сказали, так. чувствует себя уязвимым, уязвимым. И тогда угу. вот эти вот э, детки, которые... Пусть там у них антісоціальні вони відчувають себе, угу. знаєте, як э, звірі виживаючі, ані да? угу. будуть його подавляти. Угу. Ну а ви вже ж з досвідом ви, от, ви кажете, аналізували, розбиралися. От який вік, можливо, які класи найбільш уразливі в цей період, де от починається саме цей момент булінгу? Я бы все равно определила, что это подростковая ситуация. То есть, смотрите, детки, которые только приходят в школу, это же возрастная mm -hmm. психология. Mm -hmm. Им не до того, потому что они начинают самоутверждаться, они зависят от учительницы. Вот, допустим, до где-то третьего-четвертого класса родителям необходимо знать, что... Ключевая фигура, влияющая на ребенка, это не вы Выкладайте. в этом возрасте, это учительница первая моя. <свят> и смотрите на нее и подбирайте хорошо. Так. Она, как, она может, я не знаю, ну, знаете, как с точки зрения психологии: она может быть даже недостаточно профессиональная, но она должна быть добрая. Mm -hmm. Тогда она, потому что идет переход от игровой деятельности к социальному, вот уже первому такому восприятию взрослой действительности. И там не до буллинга, там может за косичку там такой портфель, mm -hmm. но да, 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 да. А вот подростковый период это самый момент буллинга определен. Юношеские – это где-то 15-16, там уже тоже не до буллинга, там уже про девочек, mm -hmm. про мальчиков, про первую любовь. Mm -hmm. А вот mm -hmm. подростков... mm -hmm. и подростковый период, mm -hmm. я бы еще сказала, что мы, когда вот наши детки, подростки, как вот mm -hmm. они себя ведут, это на самом деле не просто так это выстрелило. Я уже про... проговаривала сегодня среда взросления, да? Mm -hmm. Ну вот что мы маемо, mm -hmm. что сработало, как мы воспитывали, что мы получаем в угу. подростковой ситуации? Что посеял, это зебрание? И знаете, угу. меня очень не хочу сказать, возмущает, смущает, скажу так смягчу. А когда, вот именно в этом возрасте родители приводят ребенка за руку и говорят: Елена, помогите, он у нас какой-то не такой. Угу. Где вы были с 8 до 11? Угу. Дети, так. Дети не бывают не такими. Дети прежде всего копируют ту ситуацию, которую вы создаете в доме. Но у них же нет других ориентиров. Все ну, начинается с башки. Конечно, mm -hmm. конечно. И мы от этого никуда не уйдем. Мы сейчас не будем говорить там о Фредди, о ком-то еще. Mm -hmm. Но просто когда ребенок формируется, вот у него такая маленькая планета, так. Это родители и ситуация, в которой он находится. Mm -hmm. Там всегда, всегда, всегда. И когда приводит, говорит, он у нас какой-то, извините, идиот. Mm -hmm. Ну тут пытание сразу до батьки. Так а наша же вы выведете сами э, себя как идиоты, правильно? Ну, выходит так. Ну, выходит так. Ну, это, это на жаль, это життя, это реальность. Среда взросления так. уже доказано психологами, uh -huh. психологами, что среда взросления она во многом влияет на ребенка даже больше, чем uh -huh. генетика. Uh -huh. Среда взросления может перебить. Uh -huh. Генетичний якийсь -то потенціал. Тобто uh, я вибачаю, щоб зараз от нам зробити ну, от, нас дивляться молоді, так у нас аудиторія також молода. І от хто планує <кас> дітей, то потрібно зараз розуміти, що дітей потрібно виховувати в правильній середі. Uh, так, це повинна бути любов, взаємоповага, правильні розмови, якісь так, щоб вона виросла психологічно здоровою. Дякую вам за цей вопрос. Сразу скажу всім родителям: успокойтесь. Угу. Психологами всего мира доказано, идеальных родителей не бывает. Более того, если они бывают, то они только вредят ребенку. Угу. А чему? Ну, потому что 24 часа в сутки я как э, какая-то курица над ним там э, да, не, не, куда я хочу не... я договариваю. Не заважай Да-да-да. Вот. И именно поэтому, ну вот сегодня несколько другая динамика. Даже когда я росла, там, сколько, мне 50 лет, это когда я росла, была другая mm -hmm. динамика. А, сейчас уже последние 20 лет она более активная. И подчеркиваю, и все запомните, у вас есть ребенок? Пока нет. У вас есть? Не. Nee. Все, слушайте. Буду. Я сама сейчас, расскажите мне про боли. Слушайте меня внимательно. Вот, ребенку важно не количество времени, которое вы на него, ну как-то вот вы с ним проводите, <связывается> да, а качество. Первое, это может быть полчаса вы там читаете, читаете сказку перед сном <связывается> или искренне с ним разговариваете, не смотря туда, не <связывается> вот этот не телефон. Искренне, uh -huh. искренне абсолютно, вы и ребенок, да? Uh -huh. Но да, но при этом ребенок знает, что вы там были на работе, uh -huh. ну какая-то реальная социальная история, они гуляли с подружками, там, лай-лай-лай, uh -huh. -ла да? Тогда ребенок понимает, что вы его предали. Это первое. Uh -huh. Второе. Так. Ребенку необходимы границы. если он знает что вы работаете всю неделю mm -hmm. это нормально если он э, вы ему обещаете там воскресенье ваше с ним это воскресенье ваше с ним это кстати mm -hmm. к приходящим папам относятся mm -hmm. вы зоопарк так зоопарк я не знаю буд будет у вас только разве что поломанная нога тогда не придете дети и психологически Не понимают темы, когда взрослый говорит, извини, я сегодня не могу, угу. и выстраивает какую-то там социализированную схему. Угу. Ребенок понимает все на уровне ⁇ я не могу угу. ⁇ А потом он не слышит вот этих всех аргументов. А с чем это связано? Почему так? Ну, потому что он ребенок. Он угу. просто понимает либо да, либо нет. Все. Вы же не общаетесь крица? со взрослым человеком, которому вы выстраиваете там какие-то аргументированные моменты, и бабушку через дорогу переводил, тоже не пройдет. Mm -hmm. Зразумел Скажіть, будь ласка, а от часто в школі, да, от коли це був булінг, і кажуть, такий є стереотип, що якщо то не до там, випуску не позбулися цього статусу, то потім по життю вони далі йдуть теж за цією схемою, що вони як об'єкт булінгу. Це правда, чи це все ж таки потім переломується в залежності від людини? Ви знаєте, все залежить від психотипу. человека все-таки. Я знаю очень много историй в силу работы угу. психотерапевта, когда дети, которые были когда-то подвержены буллингу, они сейчас наши самые яркие так. звезды угу. политики. Это называется антисценарий угу. и сублимация, то есть а я-ка возьму и сделаю по-другому. А те, которые их били, они уже давно алкаши где-то там в помойке валяются. Угу. Здесь есть момент мотивации, действительно того, насколько ребенок, первое, понимает, что происходило что-то не так, даже в модели поведения, второе, обязательно, угу. он получает какую-то поддержку, даже от соседа, угу. может быть. Но ребенок не может, он же, он же ребенок. Угу. Ну, извините такое сравнение, кошечка, собачка бегает. Если вы ее не накормите, она там. Ну, и ребенку необходима, во-первых, эмоциональная поддержка, во-вторых, э, поддержка на уровне того, э, ту, того момента психологии, что так ты это умеешь, ты умеешь, ты ну, mm -hmm. э, ты сможешь, mm -hmm. хотя бы ну сказать, ребят, банальные слова, да, ты сможешь, mm -hmm. да? Ну а вспомнів Форест Гам. Він бросив мені м'яч і сказав: У тебе вийде, і у мене все получилось. так. Ну ви знаєте, вчасно підтримати. Ось це дуже важливо. Мені хочеться зараз від нашого дитячого булінгу перейти трішки до соціальних аспектів нашого з вами життя. Пандемія внесла корективи по повній програмі. Люди, на жаль, стали більш як це предрозположені до. Неврозів угу. до неврозів. Стали страждати на емоційний стан, і це доводить, що людина сама себе може як підтримати, так і сама себе з'їсти. Як боротися з собою? Як не давати собі можливості себе з'їдати? Можна, я сразу з вами поспорю. От Можна. эта фраза боротися з собою, а не безпалізне. Не нужно боротися з собою. Нужна угу. просто любити себе і ділити виводи. Знаете, что я проследила на уровне вот первого этапа пандемии, mm -hmm. второго. Я работала все время, у меня вообще mm -hmm. график не менялся. Ну, я доктор, то есть как так. бы. А, но у нас стало больше лучшего. Mm -hmm. Я могу это подчеркнуть? Чекало. Да я это отметила, стали лучше относиться к родителям более внимательно. Mm -hmm. И знаете, что еще для меня очень, как для, в том числе, семейного психолога, очень mm -hmm. здорово? В Китае, в Европе стали расходиться. У нас нет. Так. У нас наоборот. Объедные. Сначала все разругались, извините, mm -hmm. в хлам посидели по разным углам. Слава богу, что он длился так. достаточное количество с точки зрения психологической динамики. Mm -hmm. Потом подумали, сделали выводы, помирились. Вы знаете, сколько сейчас детей рождается? наві стра уяввы. Я статыкарастает. Да, 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 да. да, да. То есть у нас нет вот этой динамики, что после первого лакдауна у нас парасходилиились люди. Наоборот, семьи стали крепче. Мне, я помню, ну, слова просто, но тем не менее мы можем это как метафору взять. Один депутат сказал, я не думал, что у меня такая классная, офигенная, умная жена. Ого! А то утро, вечер, никто не понимает, с кем ты живешь. Правда? То есть с этой точки зрения вот такая была динамика. Динамика отношения к родителям тоже. Динамика отношения к людям, которые нуждаются в заботе, она правда тоже mm -hmm. есть. Волонтеры, которые привозят... Там пакеты еды пенсионерам это тоже есть. Я вообще считаю, что на нас это очень хорошо повлияло. Ну, мы не можем, а, обычно же на экономику она гарно так влияет. Но, Но если Украине, вы хотели так. все-таки вот так вот меня спросить, когда заканчивался первый локдаун, я предупреждала, что угу. люди, которые э, находятся на грани э, психиатрии, и они сидят угу. дома. Ну вот здесь может быть перебор. И он такой Такие и был. Бу. Я это первое сказала. Извините за гордыню. Mm -hmm. Но так и было, я говорила, если вы выходите и видите неадекватного человека mm -hmm. первое, не смотрите ему в глаза. Потому что вот этот контакт глаз, mm -hmm. вы все его жертва. То есть mm -hmm. я таких встречала в супермаркете, когда он разбрасывает mm -hmm. какие-то чи, что-то еще. Mm -hmm. Знаете, что делать? Первое его... активно не э, как-то не замечать ага. а второй не смотреть в глаза к то mm -hmm. есть вы можете просто вот так вот сесть почесать себе mm -hmm. ногу пока он пройдет mm -hmm. не понятно он на кого-то другого зацепится но у По крайней мере, не на вас. Так, ты себя. Да, да, да. Вот это, конечно, минус, потому что у нас в стране еще не проработана система э, в рамках э, э, социальных работ, более того, сужена на сегодня, если честно сказать, в рамках работы с людьми за пограничными состояниями. Mm -hmm. Ну вот вы сейчас сказали про этот контакт очима, и знаете, я недоразово чула про такие что вот ты подвидься на людину, Було знаєте, коли йдеш в метро, і все такі угрюмі сумні. Тим більше, коли ця пандемія захопила всіх і всіх голові тільки проблеми, ви просто їм посміхніться. Я спробувала поекспериментувати, так. їду дивлюсь тому, на людину так. і просто посміхаюсь. Двоє відвернулося, думаю, що я можу якась так. неадекватна mm -hmm. просто. А один дивиться на мене, я дивлюсь на нього. Він на мене. І що ви думаєте? Він посміхнувся. Так, от я хотіла запитати, можливо, треба йти в супротив? Знаєте, якщо він на вас так угриму дивиться, а ви uh -huh. йому доб добром. Давай підкину чайочок тобі там чи ще щось допомогти цій людині? Може так зламати. Так, це різні речі. різні. так? є поняття замкнутого пространства. Це відноситься, в тому числі до метро. Есть определенные формы рекламы, которые нельзя использовать в метро и так далее. Вот то, что вы делали в метро, я бы не советовала. Потому что, смотрите, не, один Мы подумает, подумает залыцается. Некоторые подумают, ну, вы их начнете раздражать своими улыбочками, потому что у них там, ну, очень плохо все в жизни, да? А, третьих вы начнете провоцировать. Едете в метро спокойно и не смотрите никому в глаза. Потому что это замкнутое пространство, которое очень на самом деле может сыграть агрессивно. Ваша улыбочка, она никому там не нужна. Понял, я хочу Извините. Нет, я я разумею, просто больше мені... не надо. Просто знаете, мне не коли когда люди слушают музыку, посмехаются, и меня на это сразу І И тому я так вы решила. Тут просто. Не, вы просто понимаете, вы реагируете на это, но. Это все равно экзальтированное, демонстративное mm -hmm. поведение. Ну, нравится нам, вы слушаете музыку, ну и слушаете mm -hmm. себе, ну и классно. Одно дело, когда вы слушаете, ну и реально есть эмоция, вы mm -hmm. улыбнулись, а другое, когда вы улыбаетесь или начинаете петь демонстративно, и вы это сразу вы включаете момент провокации. Артисты. Мне хорошо, а вам плохо? Ну, вам плохо? Улибніться, вам плохо. Улибніть я ж так не буду робити. Ні, це правда, за цей курс. Я буду зміни, Спасибо вам за цей вопрос. Я не можу не уточнити з чоловічої точки зору. Жіночий табір ми почули. Давайте спробуємо уточнити з чоловічої точки зору. От якщо я собі просто їду в метро, на мене дивиться якась дівчина. Я її у відповідь можу просто їй посміхнутися, чи це теж буде вважатися провокацією? Ну, аккуратненько так. Так просто оком пострелять и так начать типа. Не так не роби, бо я подумаю, что мы играем с тобой в мафию и ты меня вбив, знаешь Нет, 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 ребят, если тут другой момент. Она же первая, это ее уже первый условно может быть даже конфликтоген. Так. Вы можете улыбнуться, посмотреть в глаза, знаете, как вы в этом фильме в угол нас на предмет это вернуться, да? І вот. mm -hmm. посмотрите, що далі буде. Якщо це ваша судьба, ви вы вийдієте в на на установки. Ну, це було неочікувано. Подивись, це так это точно не психолога. <laughs> <laughs> Ти подивитися, як ми почали з дитячого булінгу, да? і так. потім до того, щоб виходити разом, спорити родину. Так. Дякуємо вам. Було Спасибо. дуже цікаво і корисно. Пані Олена, неймовірно. Класно, інформативно ви неймовірні. Ми вам дуже дякуємо. Друзі, у нас у студії Олена Рихальська психолог, і як сьогодні euh, підмітила моя неймовірна співведуча. Спочатку ми поговорили про дитячий булінг, потім ми проговорили про соціальні аспекти життя дорослих людей, а потім перейшли до доленосної зустрічі. <звук> Ж для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на Ютуб-каналі Правда Тут. Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же цікавий матеріал прислала правда тут. Outro